Всем привет, притутуп, солнечная Таля на проводе. Спала я ужасно. Ужасно я спала. То вообще, я не знаю, девочки, какое снотворное. Кто-то вообще сидит у меня на канале, кто на снотворных. Может, снотворные какие-то покупать надо, я не знаю. Ужасно, я спала ужасно. Я крутилась сбоку на бок, я не могла организовать свое душевное спокойствие. Потом прилетел какой-то комар. Еще, знаете, такой комар, который не кровью напитанный. Приветик всем, я волосы крашу. И потом, знаете, такой комар не кровью напитанный, а такой молоденький, только-только вылупился, такой аж прозрачный еще, знаешь, прозрачный скелет, короче. И, падла, я, короче, не могла его прибить, не могла его найти, с какой он стороны летает. Это ужасно. Сейчас я чихну. Ой, будьте здоровы, Марина Владимировна. Спасибо, Марина Владимировна. Ну что, в общем, крашу я волосы. Сейчас иду, я меняю песок в 2 пакета, этот песок. И ведро, и протру полы. София убежала, Саша тоже сегодня собирается на улицу гулять. Как только я вот здесь вот убрала все цветы, сюда стали приходить другие кошки. То есть не только кот эстет, а эстетами потихоньку становятся все. У Симона, кстати, подстрижка в понедельник, я уже жду не дождусь. Как же с них сейчас летит столько шерсти, с пацанов с моих, с Филиппа и Симона. И сюда и моряк приходит уже, все сюда приходят, все здесь лежат, всем здесь хорошо. Я, между прочим, очень довольна, что я Анюткины глазки подстригла. Эти цветочки, все равно какая-то клумбочка стала более какая-то такая воздушная. Розочки мои, смотрите, девчонки, новые отросточки дают. Так, ну ладно, лежите здесь на солнце, я пойду поменять. Что я делаю? Я начинаю мыть пол. Саша как красиво выглядит. И на эти дни, да, то есть Этиману Саша на этой неделе не ела ни в хлеб, ни нутеллу. Прям следила за собой. Она говорит: мама, смотри, как у меня ушел живот. Я говорю: да. Он повернись нам. Хорошо. Волосы не стриги очень красиво, с длинными волосами, прямо бомба. Саша очень хорошо похудела, молодец. Вот все, не жри, жри только, ешь только овощи, фрукты и овощи. Посмотри, как хорошо, Саш. Ты себя помнишь, когда была карантина, как ты была? Где фанконы? Нормально, так у всех это есть. Так у всех есть, ну значит надо делать операцию, отрезать ноги. Конечно, у всех есть. Смотри, какая подтянутая, красивая. О, такая вот я. Вот такая вот я была, когда Иоракузи Фина Кваранта Анни. Не, что-то я припиздела. Не-не-не-не-не-не-не. Да-да-да, до 30. Но кванда партурита, кванда терепикула, анкура эра магра, а? Ну, 10 лет назад я была вот такая, как ты. У меня живота вообще не было. Нет. Ну это мускули, Саша. Все, давай. Опс, переключаемся. Девчонки писали, оставляйте машинку, стиралку открытую, чтобы выветривалась, говорит, не будет ржавчины. Я всегда оставляю, девочки, особенно вот когда, если малых дома нет, потому что все равно, когда она закрыта, как тумбочку девочки используют, да, поверхность стиралки, там, то расческу поставить, то еще что-то. Я песочек поменяла, полы протерла. И много было комментариев, девчонки написали, что вот ржавчина, которая у меня на машинке, вот здесь вот, многие писали, краска, я вот такой вот красилась. Многие писали, что у них тоже у подружек такие машинки, и что тоже, ну, такая же ржавчина. Что не от того, что я сказала в видео, что это потому что влажно. Что, здесь пол я протерла. Я, кстати, когда протираю пол, видите, как он блестит. Ну, у меня настолько чистые полы, что я не выливаю воду сразу. И она у меня может стоять в течение дня, я могу подтирать ее. То есть у меня чистая вода, я ее могу подтирать. Как красиво цветок вот там вот смотрится. Но он очень мало цветет по времени. Это дерево, которое у меня. Оно вот красивое вот летом. А зимой оно, конечно, лысое, некрасивое смотрится. Так, все. Опс, переключаемся. Так, что я делаю? Я, между прочим, это скраб, маска-скраб. Гарнир. Вот. Я вот всегда перед... Он как чешется. Сейчас я протру здесь поверхность, потому что здесь у меня кошак лежал. Приходится постоянно протирать, потому что не знаешь, где кто лежит. 2 стаканчика мне надо помыть. Я всегда вот когда крашу волосы, или когда я вот перед тем знаю, что я там купаться буду, я
маски мажу. Но это не маска Мертвого моря, потому что мне очень нравилось. Я раньше часто о ней говорила. Была такая масочка «Плоды Черного моря» от марки на букву «Б», по-моему, называлась. Я часто ее показывала. Как же она называется? Bottega Verde. Bottega Verde. Я давно, кстати, не заказывала. Надо будет как-то у них полазить на сайте. Но мне больше всего нравились их вот маски, именно черные такие вот масочки мне нравились. Блин, а я думала, ой, сегодня погода будет классная, пасмурная, дождик, ага, нифига, разгулялась. Я же вам говорю, что я каждые 2 часа, ну, я вернее, наверное, не спала, я так, знаете, типа, надеждой питала себя, что я сплю. Саша разобрала машинку, посудомойку, вот в своей комнате в детской она пропылесосила. А, вот, но сейчас она уйдет, и я там протру пол все равно после нее. Так, что я делаю, тряпочку. Не знаю, куда тряпочку девать. Так, смотрите, девчонки, что у меня? У меня на счастье, скажем так, это мама мне дарила. Видно, в машинке хрустнула. Саша достала уже поломанную тарелочку. Я постоянно здесь от котов. А, кстати, смотрите, вы заметили, да, что я цветок переставила, этот календулу поставила сюда, другую поставила туда, потому что кошка прыгает у меня на стол. Кстати, Машка раньше этим не занималась, сейчас прыгает. И она это, мне цветочки обдирала, ну, типа так вот, об цветы, поэтому я сюда их переделала, переставила. Так, девочки спрашивали, говорят, что там у Софии, опять София куда-то влипла. Нет, то, что я рассказывала про повестку Софии, это старое дело, которое было в августе того года. Помните, потом я ходила к адвокату, а адвокат мне сказал, что мне перезвонит, так мне и не перезвонил. София еще письмо это не забрала, где пишет, по какому поводу, во сколько там ей надо быть или не надо быть, что она там и как. Это помните, когда они с девочкой поругались, а девочка на нее написала заяву, что они там были три человека. Девочка на ту, на другую девочку, которая была еще в 2 раза больше Софии, побоялась писать, а на Софу написала, что они подрались. Но София говорит, что не дрались. Вот. Я так думаю, что по этому делу вызывают. Переживаю ли я? Ну, мне это неприятно. Безусловно, мне неприятно. Мне было стыдно, когда все это произошло. Об этом я рассказывала сама на Ютубе специально, чтобы за меня никто ничего не придумал. Я считаю, что об этом нужно знать, что, возможно, кто-то посмотрит это видео и лишний раз поговорит со своим ребенком, что можно попасть в такую ситуацию. Я нормально к этому отношусь в том плане, что об этом говорить надо. А что здесь, а что тут скрывать, господи, вас умоляю. Вот, поэтому я, конечно, безусловно, я расстроена, мне это неприятно. Ну, а что, это жизнь. Кто там меня трется? Марит шучит. Что-то ты такой любезный стал в последнее время. Ну, в общем, короче, такие дела. Что я сейчас подожду, пока масочка высохнет. Потом вот так вот круговыми движениями я почищу кожу, потому что это маска скраб. И как раз пойду купаться, смою голову и масочку смою. Я не знаю, насколько хорошо я сегодня покрашусь. Без понятия. Если волос прокрасится. Потому что, когда волос красишь, нельзя смена температуры. Я все равно голову высовывала. Ой, надо заниматься спортом, все. Это точно. Я каждый день, каждый вечер себе об этом говорю, что все. Вот завтра, вот сегодня, ладно, но вот завтра... Вы делаете маски, девчонки? Я вот такие маски, мазюкалки, люблю больше, чем вот эта вот маска, которую на лицо накладывают, да, и типа, у меня такие тоже есть, и типа держат. То есть мне вот такие мазюкалки, мне нравятся больше. И как-то зимой, зима не мое время, как-то зимой я, наверное, реже этим занимаюсь, а вот весной, летом мне это нравится. Все, сейчас опять Саша пойдет с подружкой, София ушла с подружкой. И все, и опять я одна, девчонки, опять я одна, одиночество, как вы многие пишете, и некому воды будет подать, ну что делать, ну значит вот так вот, девчонки. Ладненько. Доброго времени суток вам, вот вдохновилась вашими посадками лука, но посчитала, что нужно... Не только лук, но и вот такой прелестью. Вот такие у меня на лоджии растут помидорчики. Сорт называется «Розовый гигант».
Вот такие вот. Вот магазин. Магазин называется Фикс Прайс. Всем всего хорошего, мира, здоровья, добра. Берегите себя, любите себя. Ну и окружающих, само собой. Мариночка, всего хорошего. А это моя ясельная группа. Вот это помидорчики. Вот это огурчики. А вот это болгарский перец. Очень долго не проклевывался. Ну, наконец-таки проклюнулся. Надеюсь, теперь уже пойдет. Вот это все я у себя на подоконнике выращиваю. Вот эти семена я посеяла 16 мая в торфяных горшочках. У нас есть по типу вашего китайского магазина вот эти вот горшочки, я бы покупала там. И вот такой лоток. Это лоток как мини-теплица. Они недорогие абсолютно. Те, кто живут в России, должны знать этот магазин. Магазин называется